Доброе утро! С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право всегда можно защитить. Мой бывший работодатель не заплатил нам заработную плату за 3 месяца и закрыл предприятие. Сам живет по неизвестному адресу. Скажите, есть ли шанс при этом получить свою заработную плату? Если да, то каким образом? Конечно, когда организация ликвидируется или перестает вести деятельность, взыскивать какие-либо задолженности с нее очень сложно. Однако обязательства по заработной плате перед работниками законодатель защитил особенно жестко. Если работодатель не выплачивает заработную плату свыше 3 месяцев, то его действия подпадают под статью 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает санкции вплоть до лишения свободы. Это касается всех ответственных лиц в организации, которые должны были обеспечивать свои временные выплаты работникам. Поэтому рекомендую вам обратиться с жалобой в прокуратуру на действия работодателя, а также заявить возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц организации. Перед тем, как инициировать дела, не забудьте приготовить доказательства, трудовой договор, трудовую книжку или иные документы, подтверждающие факт трудовых отношений с работодателем. Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете их задать по телефону, который видите на экране. И хорошего вам дня!